идет урок в 7 классе, что такое Великая Октябрьская социалистическая революция, семиклассники не знают, еще не проходили. Но фамилия Ленин им хотя бы знакома, хотя кто это, версии разные. Человек. Великий человек, ну, создавший СССР. Это типа президента? Вождь, который создал революцию в СССР. День свершения Великой Октябрьской социалистической революции для современных школьников – просто историческая дата, говорит преподаватель истории и обществознания школы номер 135 Иван Александрович Казьминых. События революции 17 года школьники проходят в 9 классе. В советское время это как бы давалось как великая победа революции, как приход к власти большевиков. И поэтому это было праздником, и поэтому преподавалось с окраской большевизма все это как бы, ну, как великое событие. В истории современной России это просто имеет место как исторический факт. Рассказывать об историческом факте Октябрьской революции 17 года помогают кадры кинохроники. В школьной программе подробно рассказывается об этих событиях. Сам преподаватель истории 135-й школы закончил 11 класс в середине 2000-х и говорит, что когда сам сидел за партой, уже изучал историю революции не как великое свершение, а как переломный факт в истории России. Учитель, который у нас вел, Зинаида Федоровна, я ее помню, она, ну, была такой сторонником коммунизма, поэтому она как бы так в красках освещала. Она рассказывала, что в их годы праздновали очень, как бы, ну, это все торжественно было. Но у нас, в наше время, я уже не помню, чтобы мы это сильно праздновали. Никто не запрещает праздновать этот день, если вы жили при большевиках, ну, при социализме в советское время. Просто государственными праздниками являются другие праздники.